Машина действительно выдает свой возраст в некоторых моментах. Но я давно не видел таких чистых моторов. Если я куплю ее, то без проблем продам тому, кто захочет ее отреставрировать. Сколько вы хотите? Я думаю, она стоит 21 тысячу. Мне кажется, она тянет на 5 тысяч. Не хочу вас расстраивать, но буквально за 10 я могу купить кабриолет с 400 лошадок в приличном состоянии. Я даже не готов дать 5 тысяч. Даю 4. Не думаю, что могу принять такое щедрое предложение. Спасибо, что показали ее нам. Все ясно. Я, конечно, не назову вас жуликами, но вы предлагаете слишком мало. Ладно, удачи вам. Счастливо. Конечно, когда они назвали настолько низкую цену, меня это оскорбило. Но ничего, я не согласен с их мнением. Но я им показал.